Всем привет! Мы долго к этому готовились, и мы сделали это. Аэропорт Пекин-Дасин. В Китае является одним из крупнейших в мире. Его терминал имеет площадь более 1 000 000 квадратных метров. Его пропускная способность около 72 миллионов человек в год. Когда начинали строить, мы волновались, что у нас не получится построить большой объект. Площадь аэропорта превышает нашего жилого района в Майнкрафте. Вот представьте, над головой пролетает гигантский космический корабль, вы бы точно испугались. А теперь пришло время открывать дорогу к аэропорту. Ну что же, ребята, начинаем строить. Me.
sorry to let you go.